Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас четверг и очередной отчет беременности. Сегодня мы с вами будем говорить по поводу недель 11 по 15. Целых 5 недель. Вроде бы как бы звучит очень-очень долго, но эти недели пролетели очень-очень быстро. За эти недели у нас были важные мероприятия и важные такие моменты беременности, которые мы прошли с вами. Первое, это, конечно же, скрининг, то есть окончание первого триместра беременности, начало второго. И вот такой важный момент, важный пункт, который мы прошли прекрасно. Скрининг показал о том, что нет никаких осложнений, нет никаких рисков отклонений. Малыш развивается прекрасно, развивается относительно своему возрасту и беременности, и все очень-очень хорошо. Я, конечно же, как беременная мама, очень-очень переживала, волновалась, но это и не мудрено. Понятное дело, перед каждым вот таким вот важным скринингом, важными тестами, которые покажут, все ли с малышом в порядке, родители очень-очень волнуются. Поэтому мы очень рады, что скрининг мы прошли на ура, и все у нас в порядке. Сейчас у нас остается еще два скрининга. Второй скрининг беременности, он проводится с 19 по 22 неделю. Я планирую это сделать приблизительно на 20 неделе, ну или точнее сказать, когда будут полные 20 недель, это уже 21, вот тогда мы будем делать второй скрининг. И третий скрининг, если я не ошибаюсь, он делается на 31 неделе, что-то типа того. Но это мы уже будем делать в Риге, и до третьего скрининга мы еще уж наверняка доберемся. Что касается с 11 по 15 недели, что же еще важного? Мы узнали пол нашего малыша. С большим удовольствием показывали вам видео, в котором я объявляла своему мужу пол малыша, потому что я результат узнала, он об этом не знал. И, конечно же, видеоролик получился очень эмоциональным, не так, как мы планировали, но более прекрасным, вот таким вот прям душевным. И для нас, я думаю, как вот таким вот моментом памяти, он останется на долгие-долгие годы. Это очень здорово. И, конечно, в связи с тем, что мы сейчас уже знаем пол нашего малыша, у нас будет мальчик, мы можем приступить к выбору имени. И это на самом деле такое большое задание. Несмотря на то, что у нас есть парочка фаворитов имен, которые остались еще с нашей первой беременности, когда мы выбирали имя нашему старшему малышу, в любом случае мы составляем сейчас наши списки. Я также планирую бабушкам предложить их варианты, как минимум три имени, внести в этот список, чтобы мы с мужем уже могли обсуждать, выбирать, ну и неделю за неделей как-то из этого списка вычеркивать имена и уже прийти к тому самому имени, которое мы выберем нашему второму малышу. И, конечно же, это тоже мы будем вам показывать. Что еще за эти 5 недель? Я не набрала ни грамм веса. Вот мой вес держится за все эти 15 недель ровно таким, каким он был в самом начале. И я вот по этому поводу прям чувствую себя молодцом. Готова выдать себе медаль, поставить себе памятник и, в общем, сказать, что я мать года, потому что я не набрала ни грамма. Вспоминая опыт первой беременности, в которую я набрала 30 килограмм, я как-то прям очень этому факту рада, и я думаю, что неудивительно, что так вот прям обращаю свое внимание именно как раз-таки на этот момент. Не знаю, как дело пойдет дальше, пока жор меня не посетил. Что касается еды, нет больше таких очень острых каких-то предпочтений или очень острых каких-то моментов, которые ой-ой-ой, фу-фу-фу. Единственное, что, может быть, меня раздражают, это какие-то, ну, ярко выраженные запахи, ну, например, когда я готовлю еду, там, например, котлеты, мясо и так далее, ну, тогда запахи меня, конечно же, как-то так отторгают. Но в то же самое время я ем практически все, за исключением рыбы и морепродуктов. Вот это я прям не хочу никак. За редким исключением, опять же, я где-то пробовала там какую-то рыбу. И, кстати, многие девочки меня спрашивают, ем ли я те продукты, которые, ну, чаще всего рекомендуют в беременность не есть. Там сырую рыбу, там сыры, потом что еще, яйца и так далее. Я скажу так, ради безопасности я, конечно же,
избегаю и не налегаю на те продукты, которые не рекомендуются есть. Ну, например, там вот то, что я очень люблю, это малосольный лосось. Но в то же самое время, если я окажусь в хорошем ресторане, в котором я знаю, что качество хорошее, и вот минимален риск там каких-то бактерий, заражений и так далее, ну, я, наверное, этот малосольный лосось в маленьком количестве съем, если мне очень сильно будет этого хотеться. Ну, в общем, в целом, я с осторожностью подхожу к этому моменту и особо, ну, скажем так, не злоупотребляю своим меню. Все еще мне хочется свежую еду, легкую еду, фрукты. Нет больше вот такого прям сумасшедшего желания. Там есть только йогурт или фруктовый лед и так далее. Это все прошло. Как-то все очень-очень умеренно. Есть просто, может быть, какая-то тенденция. И вот моя тенденция, она все-таки в сторону вот такого свежего, легкого. А в то же самое время, если мне хочется там чипсов, или мне хочется шоколадки, или мне хочется, я не знаю, съесть там круассан и прочее, я съем. То есть я себя на 100% не ограничиваю и позволяю себе есть то, что мне хочется. В то же самое время вот никаких таких, знаете, сумасшествий нет, и каких-то вот там жутких пожираний, там 15 пончиков за раз тоже нет. Поэтому это как раз-таки помогает мне сохранять мой вес и вот такой вот баланс, пока мы выдерживаем. Будем смотреть, как дальше будет проходить прогресс набора моего веса, будет ли он колебаться, ну, наверняка он будет, но я как-то вот не знаю, есть у меня хорошее такое ощущение и хорошая такая надежда на то, что все-таки в эту беременность я наберу вот этот минимум, там, 11, что-то типа того, 12 килограмм и не более того. А, и, кстати, важный момент, я снова пью кофе. То есть вот мое какое-то такое отторжение кофе, оно прошло. У меня нет такого постоянного желания пить кофе, и я как-то так с осторожностью к нему отношусь. Ну, грубо говоря, если утром у меня есть так мысль, хотелось бы кофе, я так остановлюсь и подумаю по этому поводу 2 минутки. То есть дам себе время действительно убедиться в том, что я это кофе хочу. Чтобы не было такого, ну, варианта, что я приготовила себе чашку кофе, а потом такая, нет, все-таки не хочу. И приятное удивление, что на самом деле с кофе все окей. А поскольку в первую беременность я не пила кофе вот вообще, то есть всю беременность. Меня как отрубило, так все, я кофе не могла ни терпеть запах, ни вообще вид. И уже не говоря о том, чтобы выпить хотя бы немного. Я вернулась к кофе уже после родов, ну не знаю, там месяц, может быть, спустя, ну что-то типа того. И при всем при этом у меня очень большой живот. Ну, по крайней мере, для моего срока он достаточно большой. Мне многие, опять же, подписчицы пишут, что «Ой, у меня такой живот был там далеко за 20-ю неделю и так далее, а у вас уже там на 11-й, 12-й, 13-й неделе вот такой вот животик». Да, действительно, я понимаю, что он достаточно большой, и на самом деле, ну, меня не смущает то, что он у меня такой большой, меня больше смущает ощущение, потому что мышцы мои сильно, ну, как бы не готовы к такой нагрузке и к тому, что будут такие резкие изменения, и поэтому меня очень этот живот тянет, он очень быстро устает, побаливает, и я понимаю, что это такая мышечная прям боль, которая действительно создает очень-очень большой дискомфорт, и поэтому для меня крайне важно хорошо и качественно отдыхать, что со старшим ребенком, конечно же, чаще всего не получается, потому что его жизнь не изменилась, и он как бы развивается и растет своим чередом. В то же самое время наступление второго триместра, это, я не знаю, какой-то такой глоток свежего воздуха, когда на самом деле все утихает, нет больше токсикоза, ну, в большинстве случаев, наверное. И в целом все какие-то такие острые, какие-то симптомы и проявления беременности, они утихают, и ты такая ровная становишься, и вроде бы как бы не так-то все плохо в жизни кажется. В свою очередь, что не помогает, это, конечно же, тот факт, что у малыша моего сейчас регресс сна 2 лет, также он проходит свои этапы развития, когда он требует намного больше моего внимания. Ему нужно мое вовлечение, ему нужно вот постоянно быть со мной, ему нужно вот буквально, чтобы я его держала и постоянно была с ним рядом. И, конечно же, нарушает мой сон, потому что в связи с регрессом сна и также с клыками, которые у него сейчас идут, 2 наверху, 2 внизу, он хуже спит. То есть по ночам где-то в 2, в 3, в 4, как когда он встает, он приходит ко мне, и нет вариантов его уложить спать обратно в его кроватку,
он хочет спать со мной, причем не просто спать. Перед тем, как он уснет, часа 2-3, а иногда и 4, он просто елозит по кровати, он лазит по мне, он дергает меня за волосы, он ногами пинает меня вот куда только можно меня пнуть. И просто вот этот звук того, что ребенок вот как юла по этой кровати носится, это, конечно, не дает спать вот вообще. И, ну, как бы объективно я понимаю, что он честно пытается уснуть. То есть у него вот меняется там что-то внутри его маленькой головы, и он не может уснуть. То есть у него реальный регресс сна. Он честно пытается, но не получается. И вот мы каждую ночь уже, наверное, на протяжении недель-двух точно, мы вот так вот мучаемся. Уже не говоря о том, что до этого он был в гипсе, у него было растяжение связок на ноге. Потом до этого у нас была, господи, кишечная инфекция. Потом мы простыли. Ну, короче, у нас вот одно за другим. И мы вот прям вот, так сказать, развлекаемся по полной программе. И вот эти ночи как раз-таки с таким рваным сном, они, конечно же, дают о себе знать. Поскольку во время беременности это утомляет намного больше, чем если бы вот я в данный момент не была беременна. Если говорить о неприятных проявлениях, мой атопический дерматит, он стал еще хуже. То есть вот как только я забеременела, у меня на руках стал проявляться мой дерматит. Обычно он проявляется от глютена, то есть у меня есть пищевая непереносимость, и как только я вот замечаю эти все признаки, я тут же и сразу исключаю на 100% глютен из своего меню, и обычно все дело становится намного-намного лучше. В свою очередь, в беременность ем я глютен, не ем я глютен, неважно. Я могу, в принципе, питаться одним воздухом. Этот дерматит, он вот настолько активен и настолько мне мешает, что это просто невозможно. То есть по ночам руки чешутся так, что хочется эту руку просто оторвать, отодрать, и я не знаю, что сделать. Но это, правда, очень-очень тяжело, уже не говоря о неприятном виде. Доктор моя мне сказала о том, что, к сожалению, беременность, она обостряет конкретному человеку характерные какие-то, я не знаю, там, болячки, аллергии и так далее, они просто могут вот как бы быть в активной фазе. Уже не говоря о том, что нет особого смысла выяснять причину этого дерматита. Но, грубо говоря, я могу сдать анализ и выяснить, это аллергическая реакция или это, например, какая-то нервная реакция, да. Если, например, это аллергическая реакция, ну что я буду делать особо там? Ну, антигистаминные какие-то можно, но в целом нет никакого такого суперлечения, которое вот в такой вот, скажем так, ярко выраженной фазе могло бы помочь мне вот справиться с этой проблемой. Единственное, что я сейчас использую, это детский псилобальзам, то есть это гель, который предназначен для облегчения там укусов насекомых, раздражения кожи, зуда и так далее, там ожогов солнечных. И вот когда прям не в моготу чешется, тогда я наношу на руки, и мне действительно это помогает. И на данный момент я вот нашла вот такое решение. И пока, наверное, ну ничего с этим больше делать не буду. Буду надеяться, что либо само пройдет, либо, ну, как-то придется потерпеть. Если помните, в одном из своих выпусков на канале я показывала доплер, фетальный доплер, который я приобрела для того, чтобы слушать сердцебиение малыша. В инструкции этого фетального доплера написано, что можно начинать слушать с 12, по-моему, или 12 полных недель. Девочки мне также писали в комментариях о том, что ой, уже с 9-10 недели слышно. В моем случае пока еще ничего не слышно, поэтому его и не показываю. Очень надеюсь, что в ближайшие недели мы вместе с вами попробуем его на моем животе, и действительно я смогу записать видеоролик и услышать сердцебиение малыша, но и смогу по назначению пользоваться этим доплером в те моменты, когда, ну, есть какие-то, я не знаю, там, сомнения или затихает, например, малыш уже, когда он шевелится, то просто послушать сердечко, все хорошо, все у нас ровно, все, идем дальше, то есть не будет необходимости постоянно бегать к моему доктору, делать УЗИ, ну и, в общем, волноваться по поводу того, что, ай, где-то он притих, ай, как-то кажется, что что-то, ну не знаю, должно быть активнее и так далее, и так далее. И да, из последнего на этих неделях одно такое очень интересное наблюдение, о котором мы с вами очень много в комментариях говорили, особенно когда мы только проходили путь зачатия малыша, это касается пола ребенка. То есть, ну скажем так, теория, может быть, или гипотеза о том, что сперматозоиды, которые, кстати, определяют
определяют пол малыша, то есть мама здесь вообще не при делах, это все папа определяет. Так вот, сперматозоиды, мальчики, они менее живучие, чем девочки, им нужна кислотная прям среда, и они быстрее. То есть получается, если, например, ты хочешь мальчика, то нужно половой планировать ближе к овуляции, то есть он быстренько-быстренько пробежит и сделает свое дело, оплодотворит яйцеклетку. В свою очередь, если ты хочешь девочку, то следует планировать половой акт заблаговременно до овуляции, то есть за несколько дней. Все от того, что девочки, они более живучие, но медленнее. И поэтому девочка может тихонечко-тихонечко, там пока пацаны носятся и... Ну, как бы, сами понимаете, она вот как бы к этой яйцеклетке может и пробраться. Так вот, обсуждали мы эту историю, конечно же, с точки зрения медицины и врачей, это никак не проверить, никак не подтвердить, поэтому тут уж как получится. Но наблюдение. Если помните, у меня есть подруга, и я ее как раз-таки показывала в одном из своих последних выпусков на моем канале. И у этой подруги есть сын Мирон, то есть они приезжают к нам в гости, и с Рэмом они дружат, играют, в общем, они одного возраста, и они такие у нас дружки. Так вот, так уж сложилось, что и подруга моя, она тоже забеременела. И у нас в этот раз ровно неделя разница, то есть она недельку раньше забеременела, чем я. И вот, я как раз-таки выясняла момент, как у них там складывалось, потому что у нас половой акт был вот прям в овуляции, и у нас мальчик. У них так получилось, что половой акт был заблаговременно до овуляции. Они как бы не то чтобы активно старались, но подумали, ну давай-ка, может быть. И так у них сложились графики рабочие мужа, что половой акт был за несколько дней до овуляции. И, о удивление, у них тоже мальчик. То есть теория в этот раз, она не сработала. Поэтому в очередной раз, наверное, хочется сказать, что теория по поводу там зачатия до или во время овуляции не подтвердила свою достоверность, и все-таки вот у нас у обеих мальчики, несмотря на то, что половые акты были в разные прям дни, независимо от овуляции. Так вот, подруги, на этой неделе, наверное, это все, что я хотела вам рассказать по поводу 11 по 15 неделю. Мы с вами на тему беременности увидимся через неделю в четверг. Ну а на сегодня говорю вам доброго дня и увидимся в следующем моем видеоролике. Пока!